1826 ночей, 1826 дней он с вами. Самый посещаемый портал Оренбурга. Здесь можно узнать все о ночной жизни. Nightparty.ru. 5 лет. Клуб Табу. Night Party, с днем рождения, мы тебя любим. Night Party, 1826 ночей, ура! Вы сегодня находитесь на замечательном мероприятии. Сегодня 1826 ночей Night Party. Наш ресурс существует именно столько дней и ночей, на самом деле. Сегодня у нас праздник. Самый лучший сайт в нашем городе. Всего самого наилучшего, это самые лучшие фотографии. Я очень рад, что этот праздник происходит у нас в клубе. Night Party мне очень понравился, очень хороший сайт. Кешпар поздравляют, Night Party, день рождения. Night Party процветание, всего самого лучшего, творческих успехов. Ребята, так держать, качество фотографии отличное. Ивент-агентство номер один всегда рады сотрудничать с Night Party. Мы рады, что вы есть. Творчество, развитие, успехов, молодцы, так держать. Арт-кафе Воль поздравляет вас. 5 лет мы находим свои ночные лица в фотосессиях портала. 5 лет мы читаем самые актуальные новости и обзоры на страницах Night Party. 5 лет выбираем, куда пойти в следующий уикенд. Друзья, приветствуем создателей и хранителей проекта. Ильдар Курманаев, бессменный идеолог, руководитель и глава Night Party Оренбург. Руслан Гаибов, несгибаемый администратор и ангел-хранитель проекта. Приветствуем наших ночных посланников, фотографов портала. Артем Гребенев, Николай Журавлев, Андрей Беленков, Лина Лобач, Ольга Кузнецова, Марина Толмачева, Александр Истрати, Вадим Славкин, а также журналистов портала Тараса Ермолаева и Кристину «Соу Скэндалс». Это те люди, которые ежедневно создают для вас Night Party Оренбург. Выше руки, друзья! Максимум шума, максимум аплодисментов команде портала. С днем рождения, Night Party! Night Party! С днем рождения, любимый сайт! Самый удачный проект вообще всех годов, который вообще существует. Night Party, с днем рождения, я люблю тебя. Night Party – это самый замечательный, самый красивый, самый нетормозящий и самый позитивный сайт, который есть у нас в Оренбурге. Night Party, с днем рождения! Конечно, сложно не любить Night Party, живя в Оренбурге и хоть как-то имея какое-то отношение к клубной жизни, да? Ну, люблю, во-первых, за методичность, за то, что 5 лет без сбоев, без перерывов мы смотрим клубные репортажи, мы читаем клубные тексты. Надеюсь, вам нравятся тексты Night Party. Вот. И что, надо пожелать Ильдару дальнейших сил, вдохновения, чтобы с такой же методичностью он целеустремленно продолжал заниматься сайтом, делал его лучше, красивее, насыщеннее, чтобы там было больше людей интересных в команде. Сегодня команда Night Party показала, что она самая яркая, самая красивая. Это те люди, которые make our night. И, в общем, больше всего красивого, яркого. Ильдар, вся команда, я с вами. Давайте двигаться дальше. Night Party, с днем рождения!
nightparty.ru. С днем рождения, Night Party! Радио 7 поздравляет Night Party с 5-летием. Лично Эльдару Курманаеву огромное спасибо. Сайт замечательный. Я думаю, здесь можно найти все просто о культурных событиях нашего города, о самых замечательных людях, о самых замечательных вечеринках. Поэтому я желаю Night Party дальнейшего продвижения, процветания. Так, держать и с днем рождения! Как вы знаете, девиз компании «Билайн, живи на яркой стороне». Вот Night Party как раз полностью соответствует этому девизу. С Night Party вы всегда на яркой стороне. Поэтому с днем рождения, долгих лет. Всегда все очень привлекательно. Супер фотографии. И на этих фотографиях супер платим. Потому что все девочки, мальчики очень красивые. На них приятно смотреть, они модные. Поэтому модному сайту модная публика. Внимание, друзья! Подошел, возможно, самый волнующий момент 1826 ночи Night Party Оренбург. Мы награждаем победителей пользовательского голосования по итогам 2010 года. Вы и только вы выбрали победителей в 6 номинациях. Итак, встречаем аплодисментами. Танцор и танцовщица года. Клубная дива года. Тусовщик года. Гость года. Диджей года. Ну, естественно, рад. То есть спасибо тем, кто голосовал за меня, спасибо тем, кто поддерживал. На самом деле борьба была серьезная, серьезнее даже, чем в том году. Но я очень рад. Ну, вообще, я как бы танцую не для работы, как бы, а больше для души, наверное, выхожу, как бы, больше танцевать, ну, для себя. Мне больше это нравится, как бы. Ну, я считаю, что да, я зажигал в этом году. Честно, вообще не ожидал. Для меня это было. Я очень была рада, потому что я считаю, что когда девушка очень долго работает и старается чем-то завлечь народ, и потом в конце такая награда, это очень здорово и очень приятно. Спасибо большое, что меня выбрали. Для меня до последнего был сюрпризом, какую именно премию мне вручат. Потому что я принимала участие в конкурсе «Дива года», и Регина обогнала меня на 2 голоса. Вот, так как было очень много споров по поводу данной номинации, мне решили дать принцессу Night Party. Я перевесила именно на 2 голоса. Это были такие нервы. Я вообще просто безумно рада. Но я отдельное спасибо скажу именно Диане, потому что вот... Если бы не она, я бы, наверное, до сих пор бы... Я не верю просто, на самом деле, не верю. Я хочу на 10-летку выиграть Night Party, а на 15-летку, чтобы мои дети стали членами этого заведения. Всем привет, я диджей Шмель. Поздравляю nightparty.ru с 5-летием. We'll be right back.
все-таки за это время мы получили множество положительных отзывов многочисленных зрителей телеканала. Мы надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество с сайтом Nightparty Оренбург. На самом деле Nightparty.ru Оренбург очень рада сотрудничеству с вами, как с самым прогрессивным телеканалом. Специальный приз сегодня от нашего ресурса специально вам. Мы рады и надеемся на длительное, плодотворное сотрудничество, творческих успехов вам и надежные партнеры, вы как были, так и останетесь на долгое время. Nightparty Оренбург, с днем рождения! Ни одно большое дело нельзя запустить в одиночку. Nightparty Оренбург говорит спасибо всем людям и компаниям, с которыми нам повезло работать и сотрудничать. Это Виконт Медиа, авиакомпания Orin Air, Лимузин Кристалл, посольство Казантип в Оренбурге, Wellness Town, Максикюр, киноцентр Космос, Кельвин Клейн Джинс, информационные партнеры, телеканал Муз-ТВ, Радио 7, ДФМ, журнал «Люди и вещи», журнал «Пугачев» и многие другие оренбургские и российские компании –